хоккейный ЦСКА сильнее хоккейного «Спартака». И чем дальше, тем сомнений в этом все меньше и меньше. Во вторник в столичном дерби, в котором армейцы дома принимали красно-белых, хозяева с первых минут были активнее и напористее. Неудивительно, что голов долго ждать не пришлось. Довольно быстро отличился Никита Гусев. 1-0. Тогда еще у «Спартака» была возможность отыграться. Но уже к концу первого периода шансы красно-белых стали медленно таять, несмотря на московские морозы. 2-0. И Денис Паршин отправляет в ворота «Спартаковца» вторую шайбу. Во второй 20-минутке ЦСКА еще больше увеличил преимущество. Автором гола стал Сергей Широков. Но к концу периода «Спартак» все же одну шайбу отквитал, благодаря Роману Лютучину. Но что может одна шайба против трех? А точнее четырех. Именно столько в общей сложности забросили хоккеисты ЦСКА. Последнюю в третьем периоде забил Александр Гуськов. Нет, видимо, сегодняшнему «Спартаку» бороться с армейцами явно не по силам. Забили два гола и... Наверное, здорово сыграли сегодня и наши звено, и все другие звено. Также сыграл великолепно очередной раз Таня. Так что все ребята молодцы, сегодня заслуженная победа. Я очень доволен. Для нас очень важно было первую шайбу забить, а сегодня получилось, что мы хорошо первый период начали, забили два гола, а можно последнее это в первом периоде. Второй гол, когда забили там 5 секунд до конца, это решающий момент был. Всегда, когда в раздевалку заходите, лучше настроение после шайбы. А, думаю, это было для сегодняшней игры очень важно, просто первый период. В четверг красно-синим предстоит выездная встреча с «Витязем». Спартаковцы в этот же день дома сразятся с минским «Динамо».